Вот это, конечно, не бутерброд, но он также спасет жизнь сегодня мирным. Всем ураган, с вами привет, и сегодня бутерброд от Олега Кофе спасет мирных жителей. Я все так же рекомендую досмотреть этот ролик до конца, ведь там прикольчики будут. А перед началом ролика не забывайте про мой телеграм-канал, который в ссылках в описании, там есть инсайдики, и я могу пообщаться именно с тобой. Также залетайте в мой дискорд-канал, где вы можете найти себе пати, с кем поиграть в Among Us. Не будем задерживаться, погнали! Ну, наконец-таки, я могу с реальной спокойностью запускать каточку, когда у меня, наконец-таки, все-таки есть предатель. Ой, это, знаете, это прям реально душу греет. Особенно и тиммейт прекрасный. Так, все, здесь мы файлы скачали, теперь мы идем выкидывать листочки. Так, у нас тут дракоша. Мы выполняем щиты. Так, тут у нас никого нет. Тут у нас карточка. Выполняем карточку. Ух, провери. А ну посмотрим. Так, тут у нас ничего нет. Чупикс. Угу. Бежим в электричество. В электричестве никого. Так, на камерах тоже нет никого. Вы чё? Вы где все спрятались? Странно. Очень и очень странно. А шо, Олег АФК? Погнали делать первый саботаж. Так, нет, я бы, честно говоря, кильнул. Ух, я думаю, я сейчас мискликну. Я не мискликну. Бля, прикиньте, я бы сейчас убил этот варпача и такой, хопа, а Джонни здесь? Ой, блин, это сложно, Олег АФК. А чё мне делать? Я не могу даже никого убить. Все, ладно, первый килл имеется у нас. Нормально, нормально. Блин, я реально, я жесткую тишину ловлю. Поньк тут сделали. Блять, у меня кто-то в игру заходит. Короче, готов я объяснить, где я увидел? Ну, блин, побыстрее, конечно, голландский на кнопку нажал. По верхней части иду, спускаюсь в сторону реактора, да, в сторону камер. Там прямо на проходе у камер лежит труп Драго, оттуда вверх поднимался ураган. Я тебе сейчас объясню, подожди, он на проходе в камерах прям был? Он прям вот коридор, там даже вот с коридора, когда ты будешь вверх идти. Блядь, там я... Я тебе объясню, нет, я тебе сейчас объясню. Я бегу, Саймон говорит. Стоп. Егорчик белый. Миллион процентов. А, да? Миллион, про, я его проверил. Подожди, дай я на Асин, вот это вот на Асина. Аси, я тебе без шуток говорю то, что... Я только что там пробегал, только что. И Драго с Чупиксом были в электрике, когда мы свет чинили. Вот. Потому что ураган от этого трупа был на расстоянии, ну там где-то на секунду вот так пробежаться. Аси, я выбегал, Ася... Олега я не видел, кстати, Олега я не видел. Вообще похуй. Че ураган, че ураган? Я тебе объясняю, я реально, я не увидел. Я бежал, Саймон говорит. Ну у тебя высветил, высветил. Блядь, ты думаешь, я долбоебом был бы? Это ураган и Олег, это ураган и Олег. Да подожди ты. Почему? Джонни, Джонни, а ты кого проверил? Кого? Егорку? Егорочка, Егорочка. А, ну, ураган, значит, ты что делал в медицинке? Да. Медицинские у меня колбы были. Олег вверх пробегал, когда я вниз. Ну, и еще, я вот сейчас, я сейчас бежал. Было, Олег, Олег, а что молчишь? Кашел. Короче, Олег опять нашел, у него челлендж. Видос снимает, понятно. Да. Так, килов долго не было, и никто к нему не подбегался. Хватит скидывать на Олега из-за того, что он молчит, потому что голландский тоже направо пошел. Нет, Над, я же объяснил. Я пробегал там буквально, наверное... За смотри, 5 я секунд вас, до того, когда... как там убийство да, сделали, да, я тебя и бежал видел, Аси Олег. Видел, пошел вниз, мне навстречу бежит голландский, слева, Аси, влево. Аси, вот давай ты сейчас просто со мной походишь, я тебе клянусь, я не видел, блядь. Да это долбоебизм! Блядь. Сейчас даблкил и все. Ну сука, ну нет, ну это отмена была, то, что я так выбежал, мне надо было зарепортить. 100% мне надо было зарепортить, либо идти в камеру стоять там. Блядь, Олег АФК, ну Олежа, блядь, не АФКаш. Ой, блядь. Ух. Да. Чё, фух, так. Чё? А не чё? Было, ну я успел. На левую сторону, чё успел-то? Чё успел? Кнопку нажать, чтобы даблкила не было. Да нет, ураган по-любому. Еще двери сразу закрылись. Это так, Джонни, себя подозрение отводишь? А вас типа... В смысле, блядь, я Егорчика проверил? Егор и... Знаешь...
кофе. Типа, может быть, и два трейтера как-то могли. Не, просто как даблкил они бы сделали кофе, типа. Так, что вы смотрите? Не, просто знаешь. Просто знаешь, в чем дело? Просто я немножко сомневаюсь, что ураган был трейтером. Поэтому я и думал, что будущее даблкил. Знаешь, там труп лежал прям вот. Коридор, вот прям, не прям по центру. Не, не, молчи! Только на проходе у камер. И ураган прям от него, ну, где-то в двух метрах был выше только. Я слышно вообще? Да, что ты начал? Я просто отметил, я видел, как Егор скан проходил. Я видел, но у меня скана не было просто. Я пробил. Ну, голландский, в любом случае я бы не фейковал, потому что вдруг он у тебя был, я же не знаю. Я и говорю, да, Просто Джонни говорит, что он тебя проверил. Возможно, Джонни забегал, да, проверить. То есть, в принципе, в это можно верить. Но я уверен, что второй кофе... Так, Олег, а что ты молчал? Я, потому что, я же говорю, я спускался вниз, я себе готовил бутербродик, я поднимаюсь наверх, смотрю, катка запустилась. Ну, я бутербродик просто ел, просто, и вот. И ну, так ты все равно, я... понимаешь, я бежал с реактора вниз, а ты наверх, и потом, буквально через пару секунд, там убийство. Это ты сейчас на Асе или на Олега? На Олега. Олег выбегал с электричества сейчас. Ну, когда и он побежал налево. Да, причем сейчас, он еще пробежал. Если честно, то я просто наслаждался бутером, я поэтому не знаю. Олеса, тащи. Ну ладно, давайте дадим пожить еще Олегу. И в целом. Да не, можете выкинуть, типа, спокойно. Я просто. Так только мафы говорят, ты же понимаешь? Не, просто типа, у меня изначально эта катка началась позже всех, ну типа. Ну я скипаю. Я наоборот быстрее бы задание запретил. А че знат молчит опять? А я говорю, нам выкинуть. Нормально. Проголосовал. Что, рофлите, что ли? Зачем ты, Джуни, на меня проголосовал? Я сейчас специально буду им, блять, столовку хуярить. На нахуй. Ну давай, Олег, покажи свою киберспортс. Бля, я забыл сказать. Кнопочные люди. Да вы дадите мне задание выполнить. Я этого бензина могу бежать, двери закрываю. Я подбегаю к астероидам уже второй раз и просто... Я тоже, блядь, двери вот эти закрываются. Да. Короче, я все задания выполнил, я просто по КД буду с Олегом бегать. Я не отпускаю. Хорошо. Нет, стой, Егорчик. Тут очень логично было. Олег сказал, что он пошел к астероидам. Тут логично, что он реально всю катку не играл, и первым делом, что он пойдет выполнять, это астероиды. Не, ну я в прошлом раунде побежал вниз. Ну, может и так, но хорошо. Либо ну, в любом случае, я с Олегом просто пока добегу. Давай. Просто я почему-то знать, думаю, что? На... Знат, вообще я что? На тебя, если что, подозреваю. Ну да, знат я... тоже подозрительный, очень. Смотрите, тоже. Они начинают на меня сразу вкидывать, когда ты... Ну, я буду вкидывать, потому что ты на нас начал. А вы не боитесь? Тем более, когда я спалил... Подожди, ты не боишься даблкила? Не будет даблкила, потому что ураган стоял в воздухе трубы прям. А если ты с голландским два трейтера сейчас? Ой, блядь, давай не будешь. Ой, знат, такой ты, конечно. Реально, вот это за трейтерские вот эти, блядь, твои отнозы. Да, урагана мы точно выгнали, правильно. Вы заебали, блядь, меня. Я уверен, потому что от трупа, ну, невозможно не зарепортить труп, когда ты от него в двух метрах стоишь всего лишь, блядь. Скипайте. Егор, а вот Джонни правду прям 100% тебя пришел, проверил, да? Я увидел, да. Но я ты его проверил? Ну, я его не проверил. Типа. Да, потому что он понял. Просто Джонни любитель пиковать со скатами. Да, блядь, ну нет, ну, Гэлыч, тут точно нет, ну, серьезно. Нет, Джонни нет. А вы запарили. Не, я просто прочитал, что... Да почему? Кто голосует за Аси? Я! Понял. Так, окей, я своими саботажами не буду сейчас мешать никак Олегу, чтобы, ну, все-таки... Да. И ребята может заменить. Вот эти вот два прикольщика, которые ФК стоят, ничего не выполняют. Но я Драга видел, то что Драга что-то выполнял. Так, а Олег, не надо убивать сейчас. Лучший. Вот мне кажется, вот здесь где-то в толпе можно попробовать убить. Я хочу посмотреть, убили в темноте. Бля. Да вы запарили. Я все задания выполнил. Я боюсь. Да, все правильно сделал. Чего ты боишься, я не понимаю. Он все правильно сделал, Ася, он все правильно сделал. Я тебе кикаю, иди нахуй. Да ты со знатом все равно без этого, блядь, не меня голосовал. Ну, жмякайте кнопку репорта просто. Может, Ася, кикнем и реально закончим игру? Понимаете, вы сейчас все красные кнопки так потратите. Ну и что? А у кого-то остались задания, если нас один предатель, на них вообще попарабанился. У меня. Ну, у нас один. Я заранил. Дай КД немножко откачу на себя. Ну ладно, ладно. Я ладно, не хорошо. Делаю задание. Давай, Галыч. У нас один импост. Блядь, как же они массе скидывают. Это третий, блядь, признавайся. Это Джимми, блядь, Джимми нахуй.
Это Джимми! Я, блядь, всем вот этим вот приколом буду спамить, потому что они меня заебали. Ну, по факту, все в твоих руках, Олег, сори. Бля, и вот эти вот два спиногрыза ебучие. Блядь, ты что гонишь? Олег, что ты делаешь? Что? Ой, Олег, Олег, не вовремя. Мы втроем стоим в электричестве, и Олег такой, бац, в люксе проехал. Да не, ну, мне больше ничего не осталось. Я специально прыгнул, Олег. Это жесть. Я сижу, как Жоня кричит со всей комнате, мне этого хватило. Голосуйте, голосуйте. Олег, ебаный гений, я вам клянусь. Блин, что это вообще? Не, ну я типа просто, я, короче, реально, я типа спускаюсь вниз еще до того, как игра начинается. Захожу в комнату, знаешь, так, знаешь, типа с бутером, короче, с кофейком, знаешь, так, подпрыгивая еще. И смотрю, просто издалека у меня ник красного цвета, я так думаю, да ну нафиг. У меня запись не включена, да? Да, да, бля, такой хуёвый тайминг я словил. Запуская экшен, у меня показывает, типа, нет памяти, я такой, да ну нафиг. Да, ну я сразу. Бля, так еще знаешь, самое смешное, знаешь, чем, Егорчик, я ржу, угораю, бля, что это Олег. Я бегу, и знаешь, дверь в столовую открывается, и Олег такой стоит важный, блядь. Не пройдешь нахуй. Это как в ТикТоке, всякие такие моменты. Я просто решил так же сделать, типа, и все. Блин, они поменялись вот этими цветами. Я так вообще, у меня дезориентация идет маленькая по вот этим вот прикольчикам, бегающим вот в данный момент. Так, окей. Блять, задания все опять в электрике. Это не забейте. Я реально, я не хочу их делать. Стоп, что? Мне только что показалось, как будто тут кто-то кого-то убил. Ну что, плюс чпонькс? Что-то я разучился как бы киберспорту по карточке. Так, и у нас есть колбочки, поэтому пойдем смотреть колбочки. Оникс? Я же нажал. Все, вот теперь точно нажал, звук такой был. Так что, все, готово. Так, варпач, камеры чисты. Сейчас варпач придет, не я отомстить чисто за тот втык. Пожалуйста, Аси, уйди от меня. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Ой, ну ладно, погнали выполнять электрику. Честно, желания вообще никакого не имел его выполнять. Потому что меня реально задолбала эта электрика максимально. Так, что у меня осталось? А, всего лишь 3 позиции. В принципе, нормально. Ой. Так, подожди. Вот так вот. Я никогда не мискликал с проводами, а тут что-то мискликнул нормально, причем так. А ну подожди, я с репортом буду бегать. Так. Где наш след? А, нижний реактор. Вот этот. Хранилище, короче, у бензобака. Кто такой тупой? Где саботаж? Я не понял. Подожди, драго, вопрос такой, да. А ты один раз только заправлял двигатели, ну вот на реактор или два? Я не заправлял двигатели, я выравнивал. А, все, окей. Базару зиру так. Спасибо. А у нас есть новички, кто мало играл вообще? Ну, слушай, Олег. Не, все более много играли. Смотри, Драго бы вряд ли бы был, ну, то есть, находясь в электричестве, отключил бы через саботаж электричество и сам бы сразу же починил бы, вряд ли. Ну да, тоже верно. Ну, хотя я так верю. А может быть, это 400 кюмов? Короче, на самом деле, можно сразу скипать, мне кажется. Сейчас, я про Аси скажу. Он очень хорошо встал на сканирование. Он там, типа, я уверен, что он мне, типа, красный. Мы проверились. Да, с Егорчиком. Короче, давайте скипнем. Задание осталось прям по фигне выполнено. У меня 2 задания осталось. У меня там тоже задание 2 осталось. Бля, ну, у меня многовато осталось, потому что я немножко отпустил начали. А может опять Олег у нас трейдер, а? Не, у меня сейчас был спидран по заданиям просто, я бежал как тут. Кто? Осуждаю! Да он рофлит, забей. Все, голосуем, скипай, Чупик. Слышь, Ася, Голландский с нами же стоял. Ну, не знаю, вы вдвоем пошли в сторону столовки, я сейчас труп Голландского нашел. Не, я пошел в сторону Ряда. А теперь вот после такого битбокса вытирайте как бы мониторы. Так, Дракоша бежит. Горчик живой. А ну подождите. И здесь тоже чисто. Не понял. Вообще максимально не понял. Так, Джонни убегает. Здесь у нас все.
Ну, тут вообще прям миллиард процентов то, что это Джонни, потому что на Саймон говорит труп кофе, и на меня бежит Джонни. Типа, да. Здесь вообще клянусь, без всего. Ураган, клянусь, я не видел труп. Я тебе клянусь, бля, буду, я не видел труп. Да я в прошлом, бля, буду, я в прошлом тоже не видел труп, блядь, когда он в метре от меня лежал. В принципе, да, Джонни. Клянусь, Ураган, я не убивал, я не видел труп. Смотрите, я могу со спокойным голосом, блядь, положить руку на рукаву и сказать то, что я могу уйти спокойно в баланс, да то, что это Джонни. Да не ты убивал, блядь, я уверен, что не ты убил, просто я не убивал, я не видел труп. Я в голове тоже труп не видел. Да-да-да. А чё это такое? А где труп? На Саймон говорит. Бля, я клянусь, я не видел труп, я клянусь, ураган. А как ты бегал? Давай, расскажи. Я сейчас бежал, Драгония меня видел в столовой, я со столовой побежал вниз, хранилище. Кажется, я пошел, да, бессмысленно, просто я тебе говорю, я не видел труп, серьезно. Я пошел с хранилища на левую. Да, я ну, верю блядь. Урагану, я верю урагану. Итак, верю урагану. Я клянусь, я не видел труп, я его не убивал, блядь, бля буду. Я уверен, что это не ураган. Блядь, за что вы меня-то? Месяц, я скипнул, я не определился. Кто урагана проголосовал? Я тоже против этого. Ой, скипнул. Фигуру. А кто против органа? Против этого, блядь! Крыса. Да за что меня-то, нахуй? Сука, за что меня-то? Опять! Так, у нас здесь красный, фиолетовый. Аси бежит от... Ну, давайте чекнем. Так, по приколу Аси, вдруг это... Все-таки морда убила здесь кого-то и съебалась. Так, а чё, вообще никого нет? Чупик здесь у нас стоит. Значит, у нас сейчас нет в нашем обзоре Аси и Варпача. И, следовательно, что это? Возможно, кто-то из них. Но надо сначала найти труп. Потому что это 100% кто-то из них. Потому что Чупиксу я более-менее доверяю. Кто там? А, нет, Аси чекался как раз с... Егорчиком. Следовательно, среди них врунов не существует. Окей. Так, где они все бегают? Они в охране в тро... А, нормально. Друзья, тогда булки уже сейчас стал сделать. Короче. Ну, с Джонни попали, как я понял. Короче, да, вы попали, но я, короче, убил Кирюха. Я думал, репортить или нет, я думал, блядь, пробегу, типа, дальше, ну не видел. Да? Да, убивает Олег, я такой, ладно, похуй, пробегу. Да, пересоздам. Что же, господа невидящие, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Ураган, зацени вот эти два видоса.